Всем привет на моем канале, и сегодня у меня будут опять тамагочки, потому что у меня был день рождения, мне немножко подарили, вот. А также я была себе купила. Ну, один из тех, которых я купила, я уже делала распаковочку на него, вы видели, это Пакман, вот. Но, как видите, он ушел обратно в коробочку, вот. Ну что ж, давайте покажу вам, что ко мне было приехало. Приехал вот такой вот тамагочек. Вот, ну это как бы, если я не ошибаюсь, это P2. Вот. Вот это P1, и это мне сделали, ну, девочка, у которой я заказываю тамагочки. Скажем так, сделала мне такой презентик в стразиках. Кстати, кто не знал, как отличить P1 от P2, это вот экранчик, видите, у P1 он в такой квадратик, у P2 он вот такими вот разводиками. Вот, но есть еще также P2.1, вот, и различать их уже нужно по тому, какое там яйцо. Может быть, я когда повключаю тамагочки, то я вам покажу. Вот еще такой P1 ко мне приехал. Часики. Так, вот это, кстати, как раз из P2.1. А вот, вот такие вот, жалко, тут немножко потерто, но ничего страшного. Мне они все равно очень сильно нравятся, очень классно. А вот, видела, кстати, очень интересный вариант, как можем сфотографировать. Есть еще у меня вот такой вот тамагочи. Я когда снимала обзор на свои тамагочики, вот какие у меня есть, я говорила, что один не могу где-то найти. Вот, это, по-моему, это третья версия или четвертая. Не помню, если честно. Я немножко начала в них путаться. Вот, но у меня все записано в моем, как бы, листе коллекционера, можно его так назвать. Вот, я его нашла, он, оказывается, был просто у меня в сумке, я про него забыла. Кстати, хочу показать, какую милую мне статуэточку моя, как бы, знакомая подруга подарила мне на день рождения. Такой вот с тортиком, анимешечку. Вот. Также приехал вот такой вот от Nintendo Пикачу. Сейчас я с него вытащила батареечку, буду разбираться. А, нет, не вытащила батареечку. Почему не вот с ним батареечку? Батареечка тут лежит. Странно. Ну, короче, я в нем еще не разобралась, что и как с ним делать. Вот. И еще хочу заказать как-нибудь вот такой же, только цветной Nintendo. Так, что у меня еще есть? Еще подарила она мне. Это, кстати, я не показала. К Пикачу, ой, к Пикачу, к Пакману, когда я его заказала, вот такую вот игрушку. Вот, она, по-моему, да, она без батарейки, батарейку дала. Вот, но принцип игры, это вот как у Пакмана, можете посмотреть, ходить и ловить кружочки. Вот, ну и прятаться от всяких чудиков. Вот. Ну, как бы в моей коллекции, это очень прикольная игра. Мне она очень нравится. Так. Сегодня, кстати, коротенькое будет видео. Вот. Потому что я в последнее время, к сожалению, ничего особо не покупаю. Вот. Ну, просто немножко не дает. Также мне пришел вот такой вот еще тамагочи. Вот. Тут щеночек. Я его еще не включала. Вот. Но планирую включить и посмотреть. Кстати, я еще хочу такого виртуального ребеночка. Там еще несколько есть, ну, чтобы были в коллекции. Вот. Вот эти я очень ждала. Я их прям очень-очень ждала. Я обязательно про них сниму отдельно видосик. Вот. Это парные тамагочки. Вот. Это девочка, это мальчик. Тут снимаются крышечки.
Ну и они вот так вот коннектятся. Вот, я обязательно вставлю. Кстати, прошлый раз когда... О, закрыл. Закрыть мне было тоже очень тяжело. Они есть разные. Вот, но мне понравились именно вот в таком варианте. Потому что они есть еще прозрачные, они еще есть более темные. А вот. И вот от них инструкция. Да, по-моему, от них, да. Как их коннектить. Вот. Я когда тоже разберусь, что и как, то сниму подробно видео. Вот. Ну и вот еще один, который я безумно долго ждала. Это Нана. Вот. Релиз с Диснеем пасхальный. Но, к сожалению, у меня к нему нету чехольчика. У них очень красивые чехольчики. Вот. Вот, в общем-то, вот такие вот у меня новые тамагочики. И я вам обязательно про них расскажу. По крайней мере, про интересное. Кстати, возможно, расскажу и про P1, P2 и P2.1. Вот. Но, думаю, следующее видео мы с вами распакуем вот эту вот милую красоту и посмотрим, какой там цыпленочек.